Всем привет! Это ТипТоп ТВ, я Марина. И вы со мной, а я с вами. И сегодня у нас с вами обзор покупок с китайского сайта AliExpress. И если вам интересна эта тема, то не переключайтесь и оставайтесь в ближайшие 10 минут со мной. Здесь находится упаковка. Мужская и женская сумки. Давайте посмотрим, что же, как они выглядят на самом деле, вживую, как говорится. Одна сумка из натуральной кожи, а вторая из ПВХ. У этого продавца я уже заказывала мужской рюкзак. Видеораспаковку и обзор этого рюкзака вы можете посмотреть по ссылке под этим видео в инфобоксе. Смотрите, как упаковано. Тут еще дополнительно чехол-футляр, как бы для того, чтобы можно было хранить эту сумку потом. Чехол, кстати, да, фирменный, написано Италия. И вот такая мужская сумка, она сделана из натуральной кожи. Этот портфель или сумка, как можно назвать, мужская или мужской портфель. И он, вот кажется, что черного цвета, на самом деле это темно-темно-синий цвет. Здесь очень интересная вот такая с перфорацией полоска светло-бежевая. Фурнитура серебристая. И, в принципе, да, тут еще с черным цветом металл. И очень качественно сделано. Так же, как и тот рюкзак, который вы видели в моем обзоре. Сзади карман. Молнии металлические. И смотрите, подкладка тоже фирменная. Полоска и там вот название, вот здесь тоже буквы металлические, вообще очень здорово сделано, ни следов клея, никаких либо торчащих ниток, и смотрите, как интересно сделаны уголки, вот вырезаны, и там внутри еще кожа, вот смотрите, как сделано это донышко тоже. Давайте посмотрим, что внутри, самое интересное всегда у сумок, посмотреть, сколько отделений и вообще, что там и как. Смотрите, здесь тоже фирменная ткань, воздушные пакеты. И да, сумка вот она распрямляется постепенно, она абсолютно не помялась, все очень хорошо доехало. И вот здесь я чувствую, что проложены еще какие-то пластиковые две планочки, вот для того, чтобы не заминался верх и сумка держала форму, ну или портфель даже, скорее всего. Вот видите, вот они, пришит образец кожи, вот с названием фирмы, вот можно посмотреть, что кожа натуральная. Один карман. И с другой стороны кармашек на кнопочке или даже отделение. Сюда поместится ноутбук и планшет. Смотрите, какой ремень. Классный. Вот. Тоже с названием фирмы. Фурнитура тоже серебристая. Посмотрите, какая солидная. Вот, какая красивая фурнитура. Тоже вот пришиты кусочки кожи. Вообще очень все качественно сделано. Тут еще есть бирка. Вот тоже с сертификатом качества. С кусочком кожи. И смотрите, опять продавец положил брелочек. Подарок. И свою визитку. Вообще очень хорошее качество. Рекомендую абсолютно. Вот. И доставка занимает всего 2,5 недели. И упаковка хорошая. Сразу же высылает товар после оплаты. То есть не затягивается этим. Есть, смотрите, какие ушки для как раз ремня. То есть хотите, можно носить через плечо, на плече или просто в руках. Очень прочно вот здесь пришито. Не оторвется, не протрется со временем. И давайте посмотрим на ручки. Ручки не кожаные, но внутри, видите, какой-то шнур толстый проложен для того, чтобы ручка держала форму. Вот, и было удобно держать. Во втором пакете уже женская сумка. Я заказывала именно черного цвета. Вот такая женская сумка классического типа. У нее есть ремешок. Можно как и за ручки, просто вот так вот носить, как классические сумки, а можно и на ремешке. Она сделана из ПВХ, фурнитура черного цвета.
И посмотрите, какой у нее подклад. Вот эта подкладка тоже из ПВХ, но коричневого цвета. Здесь есть внутри кармашек. Вот, для телефона есть отдельный карман. Вот, и еще один дополнительный. Визитка. Сумка немножко замялась, но если ее расправить, сейчас я тоже внутрь что-нибудь положу, и ее можно закрыть на молнию. Вот. Внутренний шов. Хоть это и ПВХ, но сделано как полнейшая имитация кожи, потому что даже здесь со внутренней стороны замшевая такая поверхность. И если вы не разбираетесь, натуральная это кожа или нет, то даже можно не отличить. Края не обработаны, но они заклеены. Вот. Черной краской запаяны. Вот я положила в сумку немножко пакетов, как бы набила ее для того, чтобы показать форму. Вот как она будет выглядеть уже в действии. Видно край замшевый. Ручки распрямятся, потому что сейчас они вот от пересылки немножко помялись. С этой стороны здесь есть декоративный шов, а с обратной стороны такого нет. И в принципе, да, вот с этой стороны даже она лучше смотрится. Сумка очень вместительная, не марка, и как раз на зиму. Там были еще другие цвета, но вот я выбрала именно черный цвет, для зимы самое то. И здесь еще, кстати говоря, можно сделать покороче. Вот здесь на одну дырочку, где-то на 3 сантиметра, можно их укоротить, то есть вот пряжку подтянуть. И еще я хочу показать одну такую небольшую деталь. Когда я открывала-закрывала эту молнию, я обнаружила вот здесь хвостик, который... на магнитике, на маленьком, то есть производитель придумал здесь такую кнопочку, но это не кнопка, а магнитик, вот, аккуратненький, то есть чтобы вот этот хвост не торчал, сделали вот такую вот деталь. Мелочь, но приятно. Ну вот и все на сегодня. Если обзор был вам полезен или интересен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Вступайте в группу ВКонтакте, в Одноклассниках, а также в Инстаграме. Будем общаться, обмениваться опытом. Желаю вам, как всегда, крепкого здоровья, благополучия вам и вашей семье и только полезных покупок. Всем пока и оставайтесь со мной!